Наряды полка дорожно-патрульной службы, принимающие участие в эвакуации транспорта, дополнительно оснастят техническими средствами. Решение о нововведении принято управлением ГИБДД по Краснодарскому краю и руководством УВД по городу Сочи. Теперь эвакуированный автомобиль можно будет получить на специализированной охраняемой штрафстоянке после составления административного протокола за нарушение правил дорожного движения, проверки инспектором ДПС по базе данных на наличие задолженности по административным правонарушениям и базе розыска. Посещение дежурной части полка ДПС города Сочи больше не требуется. По словам полицейских, все вышеперечисленные изменения о порядке выдачи транспортных средств предприняты для облегчения возврата автомобиля.